я долго ждал этого концерта. Музыка просто, понимаете, вот проникновенная, прям выворачивает наизнанку. Вот, сердце плачет, и радуется, и плачет. Получила огромное удовольствие от вечера классической музыки в авиапарке. Это нереальное погружение в мир искусства. Это действительно очень интересная интерпретация классической музыки именно в другом ракурсе. Спасибо большое артистам, спасибо большое коллективу из Тайваня и спасибо большое Игорю Хабарову.